Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Дирока следующая. Точка ВБ-41 дзулинцы тонизирует. Здесь, пожалуйста, внимание. Тонизирует щитовидную железу. То есть много ума не надо проследить, как проходит меридиан желчного пузыря. И вы обратите внимание, пунктирная линия, там, где проходит внутренний канал, внутренний меридиан желчного пузыря, проходит около щитовидной железы. И если данный меридиан слабый, либо пребывал долго в слабости, вялости, ну и человек не обращал на это внимания, не делал диагностику 12 меридианов, то у него может что? Развиться всеразличные дисфункции щитовидной железы. И на этих всеразличных дисфункциях может что? Породиться те или иные заболевания щитовидной железы. Потому, когда мы говорим, что данная точка ВБ-41 тонизирует, то тут не щитовидную железу, тут необходимо понять, что прежде всего нужно что? Провести диагностику 12 меридианов. Потому как она тонизирует, эта точка, после диагностирования нужно посмотреть, в каком состоянии меридианы, которые проходят что своими путями по щитовидной железе. И если все меридианы показывают слабость, вялость и болезнь прогрессирует, любая болезнь, еще раз повторю, щитовидной железы, прогрессирует на фоне слабости, вялости всей картины 12 меридианов, то тонизация данной точки ВБ-41, что может активизировать что? Щитовидную железу. Ну, как всегда, нужно помнить, мы вам показали один меридиан, а тонизирует щитовидную железу несколько меридианов. Если вы внимательно смотрите, как проходят меридианы, то вы сами с легкостью можете определить, какие меридианы своим внутренним и наружным ходом простираются по нашему телу и области щитовидной железы, и они что? Непосредственно могут повлиять на щитовидную железу. И при всей слабости, вялости, здесь еще раз мне хочется подчеркнуть, глазами восточной медицины не путайте, западная медицина может сказать, что щитовидка воспалена, а диагностика 12 меридианов может показать наоборот. Вот чтобы не было вот этой вот разбежности, недопонимания западной и восточной медицины. Уважаемый зритель, при всех тяжелых заболеваниях щитовидной железы необходима диагностика 12 меридианов, дабы знать, в каком состоянии данные меридианы. И точка ВБ-41 вам в помощь для активизации щитовидной железы. Но помните, активизировать любую точку нужно знать меру, сколько на нее воздействовать, сколько дать энергии, дабы что? Не воспалить весь организм в целом и тот орган либо систему, за которую она несет ответственность. Спасибо за внимание.